Усик завершил подготовку к бою с Хоком. Украинец Александр Усик отправляется в Берлин, где проведет бой с Марко Хоком. Чемпион мира по версии в бою в тяжелом весе украинец Александр Усик, 12:0:10, завершил подготовку к бою с немцем Марко Хоком, 44:1:27. Об этом сообщил сам Александр через социальные сети, опубликовав фото с командой, которая помогала ему готовиться к бою. Тренировочный лагерь Усик проводил в Буковеле, Карпаты, под руководством своего тренера Сергея Ватаманюка. Отметим, что стартовый бой всемирной боксерской суперсерии WBSS между Александром Усиком и Марко Хоком состоится 9 сентября в городе Берлин. Начало онлайн-трансляции поединка в 22:00 по киевскому времени. По материалам сайта newsgro.com.